Вот мы решили посмотреть на домики наших соседей. Ой, не снимай камеру. Ну там инсталляция очень красивая, куда есть. Ну и привычку куда-нибудь пропусти, чувак. Ой, где? Ну ладно. Оленька у нас. Кстати, у нашего оленя на роге всякая мало что не будет. А, всё, одна оленька. Может, перегорел, потому что, конечно, перегорел. Да. Видите, у меня
Я точно не слышала, что там кто-то есть. Ух ты, тут прям провести каждый дом украшен. Ой, вот это у них подарочек открывается и закрывается. Там с снеговичком крепится. Вон, видишь подарочек? Девушка, шкатулка кощей бессмертного. Куда? Кем? Где я уже думал, все, хватит посидеть. Интересно. Давай. Боишься, что еще все выключат, не заберу. Ну, имел 20. Вот, шарик такие огромные. Это елочные игрушки? Да. Такие гигантизм. Как ты? Ну, не просто там еще что-то очень большое было, и не очень было даже что-то. Первый этаж могло быть святичком. Может быть очень нравится. Нужно посмотреть. Нужно посмотреть, сколько стоит. Нужно много. Стоит очень много, я смотрю. Хотя оно мне нравится, это не значит, что мне нравится. Нет, 10 можно. Я через 10 могу стоить, а мне уже новый. Ну и сами поставим, что мне нравится. Что, направо и домой?